Здравствуйте, уважаемые друзья! В этом видео мы расскажем вам о нашей новинке. Это купол-тент для бассейнов Fiesta. Купол-тент Fiesta для бассейнов – отличный способ защитить и сохранить тепло в вашем бассейне. С нашим укрытием для бассейна вода будет в нем чище и теплее. А плохая погода, ветер и дождь не помешают купаться. Главная особенность нашего тента – это действительно простая и быстрая сборка и установка. Прутки каркаса собственного производства. Прочные, гладкие и эстетичные. Идеальной геометрии и стабильного качества. Они идеально подходят к соединительным втулкам из нержавеющей стали, поэтому хорошо там держатся и не требуют дополнительной фиксации. Это не трубка и не строительная арматура, а специально сделанный для тента монолитный стеклокомпозитный пруток. Гарантия на прутки каркаса 3 года. Туннели для прутка сделаны с вырезами. Благодаря этому пруток можно устанавливать в туннель по частям легко и удобно. Благодаря такому техническому решению весь тент можно собрать и установить или разобрать и сложить буквально за 10-15 минут. Комплектацию тента вы можете видеть на своих экранах. Кроме тента и каркаса, в ней есть все необходимое для установки купола как на твердое основание, дерево или бетон, так и на мягкий грунт. Сборка начинается с подготовки крепления дуг каркаса. Втулки устанавливаются на пирамидку с помощью болтов и гаек через шайбы и закручиваются ключами на 10. В зависимости от модели тента количество втулок может быть разное. В данном случае для модели Fiesta 450 их по 7 штук. Сильно затягивать гайки не нужно, они должны сохранить подвижность. К пирамидке присоединяется крепежный элемент. В зависимости от основания, это могут быть две стальные опоры, которые крепятся с помощью саморезов, или стальной уголок, который сначала вбивается в грунт. Для их соединения используется болт и гайка с шайбами. Головка болта и гайки на 17. Крепление дуг каркаса устанавливается параллельно друг другу на необходимое расстояние в зависимости от размера купола тента. Необходимое расстояние указано в инструкции к тенту. Далее разворачиваем тент возле бассейна и последовательно устанавливаем все дуги в туннели. В данной модели тента Fiesta 450 7 дуг по 4 сегмента. 3 дуги с соединительными втулками, 4-й пруток пустой. На одном конце этого прутка нанесена специальная метка для выравнивания дуг тента в туннеле. Устанавливайте пруток меткой к креплению, чтобы метку было видно. Через вырезы прутки легко устанавливаются и соединяются между собой. Это простая и быстрая операция. Когда все дуги собраны, необходимо проверить, насколько ровно установлены дуги в туннеле с помощью меток на крайних прутках. Если они не сошлись и не совпадают с концами туннелей, необходимо поправить прутки. После того, как прутки выровнены, загибаем их и упираем в крепление с обеих сторон. Далее последовательно вставляем прутки в крепление. Прутки плотно входят в трубки и за счет его напряжения плотно в них держатся, поэтому не требуют какой-либо дополнительной фиксации. Ваш купол-тент установлен. Можно проверить его работу. Все отлично. Теперь остается установить крепление нижних дуг тента. В зависимости от основания это могут быть либо пружинные вертыши для грунта, или, как в нашем случае, винт-петли. Они устанавливаются напротив выреза в тенте. Пруток зацепляется за винт-петли. Для надежности дуги можно привязать к винт-петлям веревкой из комплекта поставки. Веревка для поднятия тента и открытия его в режиме проветривания привязывается к нижнему прутку по центру или по бокам и крепится к рим-петлям. Приобрести купол-тент Fiesta можно на нашем сайте. Ссылка в описании к видео. Fiesta. Отдыхайте на природе с комфортом.